Всем привет, это мой аккаунт Instagram mtz.ok. Здесь всякая коротенькая полезная информация, прикольчики, прикольные фотографии, какие-то интересные новости на эту тему. Вот все в актуальном разбито по темам. В общем, интересно. Плюс это обратная связь со мной. Кто еще не подписан, рекомендую прямо сейчас достать телефон и подписаться. Ну а сейчас переходим к основной теме. Одно из знаменитых мест для отдыха Донецкой области – Красный Оскол, село Яцкое. Не считая мусорки, красиво. Сосны, вода, песок. Ну и сам бесплатный пляж. Пляж хороший, чистый. Цивилизация практически отсутствует на самом пляже. Есть раздевалка, грибки, пару навесов с лавочками, ну и все. Воздух отличный, природа красивая, песок хороший. Магазинов, ларьков на территории нету. Есть, но они отдаленные. Придется или проехаться, или пройтись. В общем, в этом плане не сильно удобно. Но зато никто не надоедает с креветками и кукурузой. Подплыл катерок. Все-таки проводятся какие-то экскурсии. Хорошо все-таки здесь. Дышится так хорошо. Вода сегодня теплая. Хотя сама речка огромная. Тянется аж с России. Здесь, говорят, отличная рыбалка. Много рыбных мест. Есть даже рыбхоз, я знаю. Но это уже в Харьковской области. Река на самом деле далеко тянется. Есть и платные пляжи, обгороженные, турбазы. Ну, у нас рубрика по обзору бесплатных пляжей. Ну, народ ездит, отдыхает, снимают номера. Водичка сегодня теплая, но мутная. Если вы хотите понырять в маске, то вы ничего не увидите. Под ногами песок. Даже когда далеко заходишь, нет ила. Наступать приятно. Если вы хотите поплескаться в воде с камерой, поснимать под водой, поделать хорошие фотографии в воде и не бояться, что ваш фотоаппарат намокнет, при этом не потратив больших денег, то смотрите на этой неделе мое видео, я расскажу, как это сделать. В общем, место хорошее, стоит того, чтобы о нем рассказать. Заходите в плейлист «Красоты Лиманщины» и смотрите все красивые места нашего района.